80-й год, Никита, я полюбила тебя тогда, когда у тебя таких регалий еще не было. А вообще тебя любить очень трудно. За что? Талантлив, красив, удачлив, любим. Но я хочу сказать, мы видимся сейчас не очень часто. И не всегда знаем точно, что происходит в личной жизни друг друга. И вдруг у меня случилась беда. Настоящая, непридуманная. Не бабское такое горе, а настоящая беда. Я даже не рискнула потревожить Никиту, но он каким-то образом узнал и протянул мне руку помощи в ту же самую минуту. Речь шла о жизни и смерти. Я никогда тебе это не забуду. Ты настоящий. Спасибо тебе, родной. Спасибо тебе. Спасибо.